Одно из старейших сел Ненецкого округа готовится к большому событию – юбилею. 13 декабря Коткино отметит 270-летие. В этот день в населенный пункт приедут представители администрации Заполярного района и округа. Подробнее о подготовке к празднованию юбилея в телефонном интервью нам рассказал директор культурного центра имени Савинковой Валерий Ермаков. Ну, по легенде, это село основали братья Коткины, которые бежали рекрутского набора в Низвене. В общем-то, на самом деле сейчас архивные данные и, в общем-то, исторические исследования говорят о том, что поселению на месте Коткина более 300 лет, но официально вот сейчас 270 лет со дня образования Коткина. Ведется, так скажем, подготовка к этому юбилею, начиная июня месяца, и прошел целый ряд мероприятий. Фотовыставка прошла в июне, край, в котором я живу. Конкурс прошел на создание эмблемы, символа празднования 270-летия села Коткино. Кстати, эмблема зарегистрирована уже в Геральдической палате и будет официально утверждена как герб села Коткино. Для жителей и гостей старинного села подготовлен торжественный концерт. Участие в нем примут творческие коллективы Коткина, а также приезжие артисты из Нальминоса, Оксина и Тельвиски. В рамках празднования пройдет и награждение местных жителей, которые внесли вклад в развитие муниципалитета.